Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы поиграем сегодня схватка с боссом. Выберем танк Титан. Поехали на Титане. Нам нужно немножко денег заработать, чтобы открыть карту с Марсом. У нас обновилась игрушка, получается. И нам прям очень нужны деньги. А деньги хорошо можно заработать, ребята, только с боем, с такими боссами, с схваткой вот этой. Поэтому сейчас будем играть. Так, ты чё, гад, делаешь, а? На. Смотри, что творит. Давай, спускайся сюда. О, еще один удар тебе. На, получи. Опасный был тип. Не знаю, сколько мы сейчас заработаем. Денег? Так, ну у нас уже 500 монет. Так, давай спустимся сюда и начнем его здесь мочить. Есть. 600 монет уже, хорошо. Надо будет всех боссов нам уничтожить. Кнут. Раз, два, три. Ну, кнут он не опасный. Во! Монет хорошо, мы подсобрали. Гонец ада, давай сюда. На! Еще один ударчик, подожди, давай. Лети назад. Все, готов. 700 монет у нас уже есть. Теперь бомбардира мочим. Раз, два. Так, два удара. Еще раз. Раз, два. И уничтожили. Так, лазерная пасть должна сейчас ехать. Во! Лазерная пасть. Давай, давай, давай. Сейчас подлечимся. О, хорошо. Где ты там, гад? Так, нет, я себе не попадаю, да? А так, если. О, пошло попадание. Отлично. Так, нет, слишком низко надо стрелять. Ой, хорошо. Еще пару ударчиков и все. Ах ты гад, смотри, начал стрелять в меня. Ладно. Так, все, 800 уже мы. Ух ты, кто это? Повелитель? Офигеть, у нас, ребята, новый какой-то танк. НЛОшка, офигеть, на! Все, уничтожили мы тебя, повелитель. И, а что, лазерной пасти не будет сегодня? Так, удар грома. Ладно. А где лазерная пасть? Вместо лазерной пасти вот эта вот штучка, что ли? Ах ты гад, смотри. На тебе, отдыхай. Так, ну вот уже 1000 монет мы заработали. Осталось заработать 8000 монет. Офигеть. Так, армада. Сейчас я тебе, армада, постреляю. Есть еще пару ударчиков и все. Ах, ты начал стрелять уже. На, получай. А, сколько же там у вас много-то, а? Кто-то там, легиончик. Давай, давай, давай. Сейчас раз, два, три, четыре, пять. Ах ты, смотри, что творит. Еще один удар тебе. Есть. Готово. 1200 уже. Так-то мы, ребята, потихонечку и заработаем денег. Себе. Так, давай, кнута тебе надо. Щелкать. Ух ты! А ты маленький, да удаленький такой, да? На, я тебе, получай. Еще один удар. И готов. Все, 1300 монет, офигеть. Так, вертолетчики пошли. Все, теперь главное нам выстоять с этими вертолетами. Ах ты. Гаденыш такой. На. 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 Еще один удар. Готов. Во, 1500 уже монет. Так, следующий. Бомбардир. Вот посложнее. Посложнее, конечно, его мочить надо. Ну, видишь, и останавливается быстро. Ой. Дай мне заработать денег, пожалуйста. Ну, что ж ты творишь-то, а? Бомбардир-то, а? На. Все, уничтожили мы бомбардира. Так что... А, вот он, лазерная пасть.
Понятно, он будет чередоваться с этим. На! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ты что творишь, а? Гад! Тихо-тихо-тихо! На! Есть, уничтожили мы лазерную напасть. Вот, он опять летит, повелитель. Ага. Так, ладно, мы сейчас его отщелкаем. Надеюсь. Вон, лазером режет меня. Офигеть, как он мощный. Еще один удар, готово. Так, вообще-то уже 2000 у нас. Хорош. Так, удар громчика. Так, надо назад отъезжать. Я думаю. Ну, один удар и все, он меня уничтожит. К сожалению. Да, очень сильный он. Нет, надо отъехать немножко сюда. Опа, на, получай. Так, стоим, ждем его здесь. Блин, он бы еще не стрелял бы сюда. На, есть. Сейчас, если я его щелкну, будет вообще замечательно. Еще денег заработаем. Есть, уничтожили. Ну, 2000 монет. Так, осталось нам собрать 7000 монет. Так, этого я не думаю, что я уничтожу. Он меня сейчас щелкнет одним ударом. Так, ё-моё. Один удар и все. Один удар и я мертвый, и все, меня убили. Ладно. Конец игры. Но, ребят, мы 1500 монет подняли. Что весьма хорошо. Так, давайте откроем сундучок. Что там у нас? Монетки, баллиста. Ладно, давайте пойдем в классический крушитель луны поиграем. Поехали. Сколько мы сейчас заработаем денег, интересно. И будет ли здесь этот новый танк? На, готов. Ух ты, получай. С одного выстрела. Хорошенечко, сейчас так, на, получай, есть. Дальше. Смотри, кнопки поменяли, да, цветом? Ну, раньше другим цветом были кнопки. Сделали красными. Так, ждем, ждем, ждем. Кто там у нас? Вот, едет еще один. Готово. О, на, получай. Дружище, отдыхай. Так, вот это... А, подожди, вонючка. На. Есть. Так, сколько у вас там? Двое уже? Ну, я вас быстро сейчас щелкну. Интересно, а кто какой босс будет здесь? Сейчас посмотрим. Нет, это обычный танк. Кнут. Едет. На, раз. Два. Все, уничтожили. Забираем. А, можно было своим подлечиться. Ну да ладно. У меня, в принципе, здоровья много. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. На, отдохни, чувак. Нифига себе, сколько денег надо. Блин, если бы я знал, я бы тут всю неделю, которую я играл, я бы деньги не тратил. Но... Я бы деньги бы не тратил, я бы их собирал бы, копил бы. Ну, кто знал, что 10 тысяч надо нам. Кстати, ну, обновилась недавно, да, игрушка, сделали новую. Луну, как бы вот это все, заставки сделали. Танки новые добавили. А тут, смотри, опять обновление. Видимо, разработчики занялись конкретно игрушкой этой. Будут ее обновлять. Еще, еще будут обновлять. Это как Brawl Stars. Ее же тоже обновили. Его тоже постоянно обновляет Brawl Stars. На! Да ты что, тебе не попал, что ли? Держи. Так, еще едут. Так, тихо. Какой ты быстрый-то, а? Интересно, какой будет второй босс здесь? Может, тоже на летающей тарелке будет НЛОшка? Так, вот этих надо сейчас будет отщелкать. Готов. Еще один готов. Так, ну вон, едут, едут, едут. На, получай.
А, вот он, красненький. Он красненький так сам не приедет пока. А, вот еще один, смотри. Два замыкающих красных танка. Тоже мы с ними расправились. Так, с этим теперь есть. Вот еще едет один. Хорошо. Так, скоро будет босс, кстати. Я думаю, можно будет подлечиться сейчас. Так, это у нас Легион. Давайте сразу я подлечусь. О, попадание. Попадаем. Еще. Есть. Прошли уровень. Так, ну здесь, конечно, меньше деньги зарабатываешь. Всего лишь 2300 мы заработали. Ладно. Так, тут тоже танков много, смотри. На. Еще сколько вас тут, а? Еще одного. Где-то там еще прячется. А, нет, никого нету. Забираем монетки. А, не, вот вы где все, а? Попрятались, да? Фига, такой замес. Такая заруба мощная. На. Все, последнего щелкнули. Ну, почти что 1500 монет. А, 2500 у нас. Хорош. Потихонечку накопим. Так, кто ты там стреляешь, а? На. О. Еще один. Герой. О, да вас героев тут много, я смотрю, да? Еще вот маленький едет. Будет интересно еще ехать или нет? Не, никого нету. Хорошо. Ага, вот они. Вот они где все. Тихо. На. Получай. Еще один. Так, да вас двое здесь. На. Так, подлечиться уже бы не мешало бы, кстати. Ну вот уже 2500. Все, лечимся, стоим. Не до конца, конечно, но скоро босс будет. То у него тоже будет ремкомплект. Никого нету здесь, да? А, нет, едет. Так, гады, а. Раз, одного убили. Второго. Ну, сейчас их много будет здесь. На. Отдыхай. Все, тишина, смотри, никого, да? А фиг-то там. Во, едут уже. Раз. 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 Ах ты, мимо. Так, сейчас тут тоже будет много танков. Во, поехали. Офигеть. 4, 5, 6, 7. 7 танков. И, наконец-то, таки босс. А ну вот он, представитель Луны. Лазерная пасть. На, получай. Где ты там? О, я в тебя попадаю уже. Немножко, конечно. Ой, хорошо. Все. Уничтожен. Забираем ремкомплект. Отличненько. И едем дальше. Опачки. На. Тут тоже, смотри, их много. Тихо. Катюша появилась, да? Где ты была раньше? Вот он еще. Красный танк. Наш друг. Сердечный. Получи. Угу. А, ну вот, они все перевернулись, получается, да? Так, есть. Теперь вот этих надо. Ребят, одним выстрелом, прикинь. Двоих я уничтожил.
Все отлично. О, нет, пошли, спасти, пошли. Тут много их будет. Катюша, да куда там? Мощный какой, а? Так, я не могу в него попасть. Мешают танки. Все. Так, этот перевернулся, гад, да, стоит? Не доехал. Все, теперь потихонечку вот этих будем щелкать. Да ё-моё, почему не попадание было? Из-за чего так хорошо стрелял? Из-за мусора вот этого. Остаточных танков. На, есть. А, стоп. Так, подлечимся сейчас. О, ох ты, еду, смотри уже. Раз, два. Так, это двое было. Вот еще третий едет. Третий. О, никого нету. Тихо, 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 тихо. Катюша. Ну хорошо, что она перевернулась. Нормалек. Во! Пошли, пошли лазерные танчики. Красненький. Тихо. Получил свое, да? Так, этот перевернутый, да? Сейчас мы ему поможем. Взорвем его. О! Пошла компашка. Надо главное, чтобы они мне открылись от мусора. Тогда это будет эффективно стрелять в них. Ну все, постреляли мы. Едем дальше. Нифига, уже 2800 монет мы заработали. 3000 скоро будет. Давай, едь сюда, давай, на. Так, и вот этих сейчас отщелкаем. Так, давай, поближе. Чувак, нет, он там будет стоять, пока я не отъеду. Он как крыса себя ведет. Так, что ж это такое? Попал, все. Теперь едем дальше. Угу. Никого нету. А, вот они, ё-моё, сейчас они меня зафигачат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет, отъезжаем. Вот здесь останем. Опа, на подлете будем стрелять. Да ты чё такой резкий-то, а? Так, кстати, с пирожками пришел. На. Есть. Мы даже, может быть, свой рекорд побьем. Хорошо, хорошо. Так, уничтожили. Чувака. Вот этого сейчас еще. Ну, сколько вас тут много, а? Так, тихо, 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 тихо. На, получай, еще. Так, ну все, вроде бы всех убил. У меня здоровья вообще мало, оказывается. Ага-ха-ха-ха. Здоровье-то у меня уже совсем чуть-чуть. Ладно, сейчас попробуем здесь отвоеваться. Не-не-не-не-не, ребята. Тихо-тихо-тихо. Не хочу умирать молодым. Еще пока здоровье есть, я буду обороняться. Да и хочу ее заработать 3000. Тут осталось совсем чуть-чуть. О! Два танка подбить. И все. Или монетки собрать. Никого нету, да? Вот это кажется. Это кажется на первый взгляд. Вот они идут. Вот они едут. Есть один. Второй. Третий. Ах ты, гад. На, получи. Сейчас монетки тут. А все уже. 3000 монет у нас. Ой-ой-ой, тихо. 3000 монет уже есть. Вот это бригада. Алло.
Тихо, тихо, тихо. Ой, блин, я уже не могу никуда ехать. Ладно, будем здесь обороняться. В угол меня. Заперли. Но, если тебя запирают в угол, ты становишься очень-очень опасным. Очень злым. Что деваться тебе некуда. Угу. О, вот он, смотри. На, с одного. Так, а ну-ка. Подожди, тихо-тихо. Нет, вонючка, ты что творишь? Я хочу босса. Блин. Смотри, какая ситуация, да, что у меня. Я хочу до босса дойти, а у меня уже здоровья очень мало. Из-за этого последнего танка. Он меня хорошо подбил. Осталось один или два танка. Один или два танка. А, вот он, смотри. Да, два танка осталось. Так, все, последний танк остался, ребята, и будет босс. А, нифига, откуда вы взялись? А чего у вас два-то? Ладненько. Да ё-моё, у вас еще там сколько много? Не, ребята, это нереально. Это было нереально выиграть. Вообще нереально. Я думал, там остался два. Я думал, там остался три. А там четыре. А там пять. А там шесть танков. А это вообще нереально. Ну что ж. Сколько заработали, столько и заработали. А, ладно, друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарии, передавай приветы. Всем пока-пока.